6 800 000 рублей – сумма, которую задолжал БМП своему партнеру по исполнительному листу. Для годовой выручки в 1,5 миллиарда – это незначительные деньги. И БМП был готов их заплатить, говорит Алексей Живоденко, заместитель генерального директора по юридическим вопросам компании «Бурятмяспром». Но далее ситуация развернулась иным образом. «Бест продукты питания» вдруг забрали исполнительный лист из службы судебных приставов и подали заявление о банкротстве «Бурятмяспром». Действия наших партнеров по поводу подачи на нас заявления я могу рассмотреть только как желание очернить деловую репутацию. У «Бестпродукты» находится в очень большом, так скажем, коллапсе экономическом. Общая сумма сейчас исковых требований, которые предъявлены к нему, порядка 1 миллиарда рублей. Тем временем предприятие «Бурятмяспром» выходит на полную проектную мощность после модернизации производства. Сегодня дневная выработка до 150 тысяч банок консервов, 15 тонн колбасных изделий и деликатесов. К летнему сезону появились новинки. Идут маркетинговые акции для дачников и ветеранов. Расширить ассортимент позволяет современное оборудование, аналогов которому нет в республике. Предприятие работает стабильно. Нужно отметить, что это одно из предприятий, у которого высокая производительность труда. На сегодня нет задолженности по заработной плате. Я считаю, что достойная заработная плата, хорошие условия труда созданы для работников предприятия. Отметим, в прошлом году БМП получил сертификат международной системы качества ISO 22000, что позволяет предприятию выходить на международный рынок. А это значит, что знаменитая бурятская тушенка и колбаса «Бурятмяспрома» становится еще более востребованным. Дарья Белоусова, Булат Бадмаев, новости дня.